В Шотландии завершилась крупнейшая в британской истории полицейская операция против педофилов. Она длилась 6 недель, и в результате арестовано 77 человек. Итоги стали неприятным сюрпризом для следователей. Они признают, что недооценивали масштаб сексуальных преступлений в отношении детей. У задержанных и тех, кого объявили в розыск, изъято 30 миллионов фотографий детей. Это просто астрономическое число. И специалисты до сих пор продолжают анализировать эти изображения. На них жертвы педофилов и те, над кем преступники не успели надругаться. Педофилов искали через интернет. В ходе операции эксперты проанализировали более 100 тысяч онлайн-бесед. Мои коллеги разработали специальный алгоритм по поиску педофилов. Я не буду его раскрывать, но скажу о принципах работы. Они отслеживали подозрительные беседы, даже между детьми. Ведь на самом деле под детскими аккаунтами скрывались другие люди. И когда речь там заходила о том, что нужно где-то встретиться, в дело вступали мы, чтобы не допустить контакта.